Спасение утопающих отныне дело рук неравнодушных. Сегодня поступила информация о том, что в Средиземном море за минувшие сутки в ходе нескольких спасательных операций удалось доставить на берег Италии 2725 мигрантов. В основном все эти люди бежали из африканских стран – Эритреи, Сомали, Нигерии и Гамбии. Они пытались доплыть до Европы из Ливии, власти которой со своей стороны пытаются предотвратить нелегальную миграцию. За сутки ливийская береговая охрана перехватила 4 лодки и отправила в центр по приему беженцев 550 мигрантов. Это возможно. Я хочу подчеркнуть, что это возможно. Снизить уровень смертности и период роста летальных исходов при попытке мигрантов доплыть до Европы, начиная с 2013 года, идет на спад. Возможно, мы увидим более безопасное лето, чем рассчитывали всего несколько недель назад. Представители Международного агентства по миграции надеются на снижение уровня гибели людей на пути в Европу, приводя следующие цифры. До берегов Италии, Греции, Кипра и Испании за 5 месяцев благополучно добрались 191 134 беженца.